Глава района Олег Хромов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями муниципалитета. В ходе совещания были рассмотрены вопросы организации взаимодействия с населением по вопросам благоустройства дворовых территорий на 2016 год. Олег Владимирович также обратил внимание руководителей правоохранительных органов, глав поселений, на необходимость наращивания работы по обеспечению общественной безопасности людей и антитеррористической защищенности социальных объектов, прежде всего образовательных учреждений муниципалитета. В офисе многофункционального центра, расположенном по адресу у Московской области Ленинский район совхоз имени Ленина, дом 19Б, начат прием документов по услугам Росреестра и кадастровой палаты. Время работы – понедельник, четверг с 9 до 18 часов. Обеденный перерыв – с 13 до 14 часов. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8495-548-6644. Двадцать 27 ноября в Центральной библиотеке города Видное состоится концерт авторской песни для детей. Всех, кто в этот вечер придет в библиотеку, ждет полтора часа занимательного досуга, безвозмездный аквагрим, а также возможность приобрести диски с детскими песнями. Вход свободный, начало в 17 часов. Пятого декабря в Березовой роще у стадиона «Металлург» города Видное состоится традиционная районная военно-спортивная игра «Отчизны верные сыны». Данная игра дает возможность молодежи проявить командный дух, взаимовыручку и умение быстро и правильно принимать решения в соответствии со сложившейся ситуацией. Независимо от погоды, у участника всегда боевое настроение, радость от победы и желание что-то изменить в себе, чтобы стать еще лучше. Начало игры в 10 часов.